Спасибо за столь приятное начало сегодня в канун наступления замечательного Дня знаний 1 сентября. Отгремели уже давно школьные звонки, и теперь уже не звонок, а собственная личная ответственность должна вас приводить вовремя на занятия Балтийского государственного технического университета ВИМЕР имени Дмитрия Федоровича Устинова. И хранить Петербург и всю нашу страну очень хочется верить вашим рукам, потому что от поколения к поколению мы с вами находимся на землях, которые по истории очень много раз приходили от вепсов к шведам, от русичей к шведам, от новгородцев к шведам. И вот уже последние более 300 лет здесь, на этих спорных когда-то землях, а ныне наших, российских, находится один из самейших красивых городов мира – Санкт-Петербург. И в нем есть уникальное учебное заведение, которое имеет свое гордое имя – Военмех. Ректор Балтийского государственного технического университета Военмех имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова Константин Михайлович Иванов.